Наш эфир продолжает программа «Час Ивана Денисова». Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Ну, давайте поговорим об открытиях школ и о противниках открытия школ. Да, в прошлый раз мы начали эту тему развивать, но времени было мало, а тема довольно-таки обширная и на самом деле актуальная. Ну и не только, кстати, для Америки, для Европы, да и для нашей страны, похоже, тоже в ближайшем будущем. Итак, благодарю Полину Волкову за помощь в подготовке выпуска. И, как мы с вами говорили еще с весны, что необходимо как можно скорее возвращаться к нормальной жизни, несмотря на все эти дикие построения, которые выстраивают эксперты, и согласно которым население земного шара должно было вымереть еще 2 месяца назад и при этом 2 раза. И одним из показателей возвращения к нормальности, к реальности, как угодно это называйте, конечно же, должно быть открытие школ. Потому что, понятное дело, все беспокоятся, все опасаются, но немного здесь придется мне повториться, даже не нам, а мне. Если вспомнить то, о чем я говорил и неделю назад, и то, о чем вы можете прочесть на самом деле, не обращая внимания на меня, что на самом деле для детей риск, он не такой уж и высокий. Нельзя говорить, что его нет совсем. Болезнь любая такая штука, что никто от нее не может быть застрахован. Просто есть группы, которые более предрасположены, есть которые менее. Но так получается, что дети, к счастью, менее предрасположены к ковиду. Конечно же, родители, ну, это мало волнует, они беспокоятся за своих детей, это понятно. Но ничего не поделаешь, естественно, родители должны, и так они делают, детей защищать и заботиться о них, но нельзя постоянно находиться рядом с ребенком, нельзя постоянно его защищать, тут ничего не поделаешь. Более того, чем дольше дети находятся в замкнутом помещении и с одними и теми же людьми, пусть даже это люди замечательные и родные, но это не очень хорошо и психологически, и, кстати говоря, для иммунитета тоже. Потому что, например, как представляется мне, гораздо больше проблемой а с открытием школ будет даже не пресловутый этот самый ковид, а то, что у детей очень сильно ослаб за это время иммунитет, и неизвестно, как они будут, что они вообще из дома принесут, какие заболевания, и как все это будет происходить дальше. Но опять это ничего не меняет самого главного факта. Дети должны учиться, дети должны взаимодействовать с другими людьми, даже если они этих людей не особенно любят и уважают, я про учителей сейчас. Детям необходимо обретать все социальные и прочие навыки, которые школы и дают. Я ничего не имею против домашнего обучения, кто его выбирает на здоровье, но этот выбор должен быть сознательный. Если выбираешь домашнее обучение, замечательно, занимайся с детьми дома и так далее. Если все-таки считаешь, что детям лучше в школе, значит, им лучше в школе. Дистанционное обучение, я, конечно, не знаю, какая реакция в Штатах, но, судя по тому, что читал я, не очень хорошая. У нас, позволю себе такую аналогию, ну, даже если мы не будем брать во внимание отдаленные места, где Российской Федерации, где с интернетом-то проблема, но в любом случае дистанционное обучение, оно не может, в школе особенно, не может заменить очное. Я уж не буду повторять опять социализацию и все такое прочее, но технические проблемы, самые разные моменты, и в результате, ну, по моему мнению, здесь ссылаюсь на свой опыт, последние 2 месяца учебного года у нас, они были, ну, считайте, выброшены. И хотя тут опять нескромно о себе, скажем, те, кого я готовил к экзаменам, они сдали достаточно неплохо, даже, я бы сказал, хорошо,
Но я, например, уверен, что если бы эти 2 месяца у нас были, даже 2,5 с небольшим, там еще могут быть консультации и так далее, то результаты были бы еще лучше. Если же опять все возвращается к дистанционному обучению, то это ничего хорошего не даст. Далее, если мы возвращаем детей в школы, то здесь у нас новая забава, а именно эти пресловутые рекомендации экспертов, как дети должны сидеть, как дети должны друг другу, друг с другом взаимодействовать, с кем-то не пересекаться и так далее. Как хотите, опять, я прекрасно понимаю, что наверняка за этим самые благородные намерения, но это невозможно заставить детей с кем-то не общаться. Первое. Второе, если детям, подросткам определять какое-то определенное место, которое они должны занимать, оттуда не должны уходить и так далее, то это не столько дисциплина, поверьте мне, дисциплина немного по-другому развивается, сколько такой абсолютный тотальный контроль и подчинение. И если уже в этом возрасте дети, подростки становятся объектом такого вот контроля, то это означает 2 возможных варианта. Либо абсолютно управляемые создания в будущем, либо это полное отторжение, полное отрицание уже любых форм дисциплины. То есть 2 крайности. Тут не обессудьте, середины быть не может. Поэтому все вот это вот, к чему я чуть-чуть позже вернусь, все эти разговоры о том, что надо перестраивать кабинеты, переделывать парты, переделывать расписание и так далее и тому подобное, ну, не даст это абсолютно ничего хорошего, только всех запутает окончательно и на, собственно говоря, образование никак не повлияет. Более того, вспомните, в прошлый раз я цитировал, насколько я помню, 1957 года рекомендации как раз по штату Нью-Йорк, кстати, медицинские. Это тоже была эпидемия. И на самом деле тоже очень серьезная. Там умерло, сейчас точно не скажу сколько, но в пересчете на день сегодняшний 200 тысяч человек по Америке. Это много. И тогда никаких мер предпринято, таких, как сейчас, я имею в виду, не было. А по школам было дано указание, что велика вероятность, что дети могут заболеть вообще где угодно, и таким образом смысла их не пускать в школы большого нет. И если вы вспомните, то в 1957 году ничего катастрофического, в общем-то, не случилось. При этом болезнь, это она оставалась в Штатах где-то, ну, год до 68-го, когда была уже другая эпидемия, но это тот же самый считается вирус, просто какой-то там мутировавший, переродившийся. Однако, наверняка вы не вспомните никаких историй вот этого, за это десятилетие о карантинах, о запретах и так далее и тому подобное. Более того, был такой врач, доктор Хендерсон, он, к сожалению, умер в 2009 году, но вот он в году в 6-м, при этом врач авторитетный, считает, что, например, оспу практически к минимуму свели, в Африке особенно, к минимуму его усилия, как эпидемиолога. Так вот, Хендерсон, анализируя ту самую эпидемию 50-х-60-х годов, он в своей работе середины нулевых пришел к выводу, что борьба с эпидемией всегда успешнее, это когда общество подвергается наименьшему давлению. Как только же возникает паника, как только возникает разрушение, какой-то смут, беспорядок, ну, disruption, хорошее есть английское слово, как только этот самый disruption появляется, как только общество паникует, нервничает и начинает дергаться в разные, во всевозможные стороны, принимая самые радикальные меры, даже не общество, а те, кто им управляет, то наоборот, это только затягивает эпидемию, что на самом деле мы с вами и видим. Потому что если тогда общество продолжало жить
находить вакцины. Кстати, вакцина тогда такого успеха не имела, которого от нее ожидали. Так и сейчас, ну, что только не предпринимается, а болезнь никуда не девается, и она никуда и не денется до определенного момента. Я вас не пугаю, но, к сожалению, так оно и бывает. И в этом плане наладить нормальное функционирование общества, конечно же, необходимо. И школы – это как раз показатель. Поэтому, вот когда я вам примерно описал свое видение ситуации, почему школы должны работать и открываться как можно скорее. Ну вот, теперь посмотрим, что в союзниках у меня довольно много, что приятно, консервативных деятелей, самых разных, которые настаивают на том, что школы должны работать, и президент даже грозился отказывать в финансировании тем местам, кругам и так далее, штатам, где школы не будут открываться. Но есть у меня и противники. Противники – это теоретически мои коллеги заокеанские. Хотя при всей моей любви к вашей стране, вот честно скажу, не очень мне приятны мои коллеги, работающие в Америке. И коллеги, особенно объединенные в профсоюзы, они устраивают какие-то показательные истерические мероприятия, там мешки для трупов выкладывают, сообщая, что они там будут скоро лежать и так далее и тому подобное. ДеСантиса, на него, я припоминаю, уже в суд подали за его стремление открывать школы. И все они требуют, ну, я не буду говорить, что некоторые там еще какие-то политические методы и меры требуют, это уже полный бред. Все они требуют и какой-то безопасности, которую, как я говорил и в прошлый раз, работа не дает. Потому что если вы идете работать с детьми, то надо быть готовым к тому, что целый ряд болезней вы от них можете подхватить. Это как бы неизбежно. Ну, так работает. Более того, в ряде случаев, если вы этой болезнью не болели в детстве, то это может плохо на вас отразиться. Да, есть болезни, которые в детстве нормально проходят, а в возрасте они переносятся тяжело. И это никакой не ковид, а все что угодно. И идя на работу, вы это прекрасно понимаете на самом деле. И вы к этому должны быть готовы. Но то, что требуют профсоюзы, это абсолютно нереально. Задача профсоюзов – это создать такие условия, чтобы учителей не били, не убивали, и чтобы учителя могли спокойно работать и в том числе предпринимать дисциплинарные наказания по отношению к людям вне зависимости от их расы. Как я посмотрю, в ряде случаев у учителей такой возможности как раз нет. А когда профсоюзы берут на себя ответственность за то, чтобы регулировать отношения обслуживающего педагогического персонала с болезнью, это уже никакая не забота, это элементарная политика. И таким образом, я еще раз повторяю то, что говорил и в прошлый раз, по большому счету, когда профсоюзы так себя ведут, то они учителей ставят, ну, просто в положение каких-то ущербных, убогих, которые должны сидеть дома и получать за это деньги, как будто не могут идти нормально работать. Еще раз повторяю, никаких серьезных условий для того, чтобы не работать, на самом деле нет. К сожалению, у профсоюзов много союзников в прессе, как, ну, это как обычно, которые стращают и пугают, что все учителя вымрут. И подоспел со своим планом и наш дедушка Джо. То, что предлагает сделать Джо, ну, это вот то, на что я ссылался минут 10 назад. А именно это потратить огромное количество денег на абсолютно бессмысленные вещи. Ну, в смысле, как бессмысленные? Для нас с вами бессмысленные. Для людей, которые озабочены контролем за населением и контролем за головами подрастающего поколения, план Джо – это самое то. Но я оставлю в стороне все то, что он там, красивые его слова, что нам нужны доказательства, нужны наука, нужен научный подход, процент и так далее и тому подобное. Джо очень, Байден, озабочен тем, чтобы вот большие деньги переходили на перестройку школьных зданий,
А понимаете, когда школьные здания перестраивают, это означает, что либо опять надо отменять занятия, либо надо переводить детей в какие-то другие школы, то есть опять получается некая скученность, которой быть не должно на самом деле. И что самое главное, перестраивать эти здания зачем? Чтобы дети опять сидели в 10 метрах друг от друга. Никакого смысла в этом нет. Если перестройка этих зданий закончится к тому моменту, когда эпидемия перестанет быть актуальной, опять деньги пошли черт знает на что, а надо как-то эти здания перестраивать обратно, получается, снова нужны деньги. Но зато, еще раз повторяю, при всей бессмысленности и огромных тратах на вот все эти вещи, будет возможность, да, полностью детей контролировать, управлять ими и делать все то, что делалось в советских школах, в школах, я не знаю, Китая, Северной Кореи и так далее и тому подобное. Ну, вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. И как раз не далее, как сегодня еще попалась мне такую по совпадению статья Daily Signal, это ресурс, он при Heritage, на который я часто ссылаюсь, написал человек по имени Даглас Берт, он сам работал учителем, но не выдержал. Потому что, по его словам, то, что происходит уже... При этом он работал в начальной и в средней школе, даже не старше. То, что происходит уже на уровне начальной и средней школы, когда, например, детям вбивают в голову, что сочинение про Черчилля нельзя писать так, как он расист, что рассказывать на уроках какие-то библейские истории... Это и есть пропаганда христианства, этого тоже делать нельзя. Ну и, конечно же, если вдруг кто-то прознал, что в младших или средних классах ставится некая постановка с участием индейцев, я не буду говорить коренные американцы, ладно, то, естественно, сразу же среди педсостава выковыривается некто якобы с индейскими корнями, хотя там их еще меньше, чем, не будем уточнять у кого. И, естественно, этот спец или специалистка сразу же говорят учителю, что ни в коем случае делать нельзя, апроприации и так далее и тому подобное. Но давайте предположим, что мистер Бейрт работал в некой исключительной школе, и в других такого нет. Но что-то подсказывает мне, что, увы, это явление все-таки достаточно распространенное. И таким образом ситуация серьезная. Тоже мы об этом говорим не раз. И нынешнее поведение профсоюзов в их стремлении помешать открытию школ, ну, это на самом деле всего лишь очередной элемент в их желании Америку разрушить, перековать, превратить в некое заурядное среднеевропейское государство, то, о чем мы говорим уже неоднократно. Опять говорил я на прошлой неделе про Сигеру Йосиду, еще раз его напомню. Я много искал и не знаю, к сожалению, работает ли до сих пор в Японии этот закон. Но Йосида считал его одним из своих главных достижений. В 1954 году японское правительство, японский парламент, парламент, естественно, правительство реализовывало, приняло закон, во многом по инициативе как раз Йосиды, в котором было два основных направления. Это первое, что учителя, работающие в общеобразовательных школах, они ни в коем случае не должны заниматься политической деятельностью, вообще никакой. Вне зависимости, поддержка правительства, оппозиция, просто ни в коем случае. А второе, это то, что профсоюзы ни в коем случае не должны заниматься политикой и навязывать учителям хоть какие-то политические курсы, то, что мы видим сейчас в Америке, кстати, на каждом шагу, какие-то политические занятия и так далее и тому подобное. Этому закону тогда противились социалисты внутри Японии, его критиковали очень американские либералы, между прочим, даже можете поискать, сохранились какие-то статьи американские 1954 года. Но Йосида его протолкнул. И хотя учительские профсоюзы в Японии остаются сильно левые, просоциалистические, прокоммунистические, и они в постоянном конфликте с ныне действующей партией, она, ведущей партией, она как раз консервативная, но все-таки, заметьте, в Японии при всей левотне в профсоюзах и тоже в поп-культуре, однако
у власти преимущественно правые, и достаточно консервативные настроения в обществе превалируют. Я, к сожалению, не уверен, что подобный закон удастся принять в Соединенных Штатах, который бы и учителям, и профсоюзам объяснил, чем они должны заниматься. Но вообще это показатель, урок такой достаточно серьезный. Что касается ближайшего будущего, но будем смотреть, кто победит в этой ситуации. Но повторяю еще раз, если побеждают мои не очень уважаемые коллеги и профсоюзы, проигрывают дети в любом случае. Мнение мое такое, если Сергей что-то добавит, с удовольствием передам ему слово. Это был неписанный закон для Америки, что в школе, в школах о политике не принято было говорить до совсем недавнего времени, до избрания президентом Барака Обамы. Вот с его избранием и в канун даже выборов, когда его выбирали, в школе учителя вдруг начали говорить на тему политики, о том, какие предпочтения, задавать вопросы. Я всегда привожу в качестве примера историю с нашим сыном, который сейчас служит в армии. Он учился во втором классе, учительница задала вопрос, кого бы вы хотели видеть президентом, Барака Обаму, и тогда баллотировался Джон Маккейн. Ну и дети в большинстве своем, безусловно, почему-то, я не знаю, Барака Обаму. Очевидно, уже какая-то подготовительная работа была проведена. А мой сын сказал, нет, я не знаю, я вот думаю, что Маккейн будет лучше. И тогда учительница второго класса, в котором занимался наш сын, позвонила моей супруге и сказала, у вас проблемы, ваш ребенок типа расист. Почему расист, непонятно. И не удивляйтесь, что если вдруг вам позвонит social worker и проведет с вами беседу. И действительно, через какое-то время позвонила social worker, которая потом пожалела, что она позвонила и имела разговор с моей женой. Вот таким образом. Да, видите, у этой истории все-таки конец благополучный. Я, правда, с вами не совсем здесь соглашусь. Знаете, еще Соуэлл в своей книге 93-го года писал о примерах того, как в школах, правда, может, не так напрямую, как тот пример, как стало при Обаме, проводились такие вот меры про промывание мозгов. Например, в 80-е даже годы, когда Рейган был президентом, то в школах было принято писать сочинения. Соул приводит такие факты, например, о том, что политика Рейгана ведет к войне, ну да, что необходимо разоружение, и разоружение одностороннее, то есть только со стороны Соединенных Штатов, и так далее, и тому подобное. Поэтому то есть, очевидно, это все это уже откровенно вылезло наружу. То есть, очевидно, это существует давно. Эти люди, да, они уже давно мозги-то людям, да, отравляли. Скорее всего, вы правы, это существует давно, но более откровенно, более так неприкрыто это вот в последние десятилетия проявилось. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Вот в работе Ленина, в одной из работ, было написано, что профсоюзы – это школа коммунизма. Вот это мы имеем. Вот эти вот профсоюзы учительские, вот они из наших детей, не из моих, потому что у меня и дети, и внуки абсолютные республиканцы, и самый младший, совсем маленький, когда был 5-летний, я уже с ним говорила на эти темы политические. Так вот, в конечном счете, они промыли мозги, вот эти коммунистические учителя, которые профсоюзники. Вы знаете, я бы хотела сегодня спросить, как бы, вас такой почти персональный вопрос правит. Если вы не захотите, то не отвечайте. А что вы преподаете и где вы преподаете, в каком учебном заведении? Это мой первый вопрос. А второй вопрос, как бы, это обычный нормальный вопрос, это вот о Соросе, потому что известно, что он, в общем, сотни миллионов тратит каждый год на поддержку таких вот организаций, как Black Lives Matter, ну, в общем, марксистско-радикальных организаций. Так вот, в нескольких статьях я время от времени читала, что он это делает при помощи денег налогоплательщиков. Вот мне это не совсем понятно, каким образом
образом. То ли это как нонправительственная организация, государство выделяет, в смысле правительство выделяет деньги ему тоже, или как? Спасибо за ответ. Спасибо вам. Почему? Я охотно вам отвечу. Я преподаю английский язык, обычная московская школа. Уже занимаюсь этим более 20 лет, и, в принципе, мне работа нравится. То есть, как бы, ну, не буду углубляться в подробности, там есть много своих проблем, в основном не с детьми, конечно же. Но в целом общаться с подростками мне пока интересно, и главное, им со мной интересно, судя по всему, что для меня главное. На ваш второй вопрос мне ответить сложнее, но такие люди, как Сорос, они найдут способы и в ваш карман залезть, не сомневайтесь. Другое дело, что, знаете, Сорос ведь довольно много денег потратил и на учителей в России. Насколько я могу судить, хотя мне трудно сказать, все денежные потоки я не отслежу, я вроде, к счастью, его вниманием обделен. И какие-то гранты имени Сороса мне ни с какой стороны не доставались, насколько я знаю. Но очень многие люди, к сожалению, у нас в стране верят, что Сорос — это вот, в том числе и мои коллеги более старшего поколения, которые в 90-е говорят, что им сильно помогли какие-то там методы и деньги Сороса, увы, они в нем видят такого вот доброго дедушку. И как-то даже все мои попытки объяснить им, что, ну, добрый дедушка совсем не добрый, но они не всегда имеют успех. Так что, как видите, он и у нас отметился. Да. Мы должны прерваться на рекламу, после чего вернемся, обязательно продолжим. Никуда не уходите. Возвращаемся в программу «Час Ивана Денисова». Телефон в студии 847-400-5200. Буквально два слова по предыдущей теме. Профсоюз представляет из себя действительно угрозу и системе образования, и вообще стране, потому что они ворочают колоссальными денежными средствами, влияют на политиков, по сути дела, обеспечивая радикальным левым политикам избирательную кампанию. Что касается школ, они защищают, скажем, педофилов или каких-то людей, которые обвиняют в каких-то этических нарушениях. Но зато, если человек вдруг, если преподаватель сказал, что Трамп его президент, он желает ему успеха, или человек объективно высказался о Black Lives Matter или Антифе, этих людей выкидывают с работы, просто не задумываясь, и профсоюз умывает руки, в этом случае не помогает. Так что это такая леворадикальная политическая организация, которая на самом деле разрушает систему образования. Вот то, что касается... Совершенно верно, и более того, тоже тема часто нами поднимаемая. Профсоюз, он имеет право на существование только вообще-то в частном секторе, если честно сказать. По-моему. Потому что там, да, какие-то необходимо оказывать, возможно, посреднические услуги. Да и там он очень часто, профсоюзы берут на себя больше, чем надо. Сейчас же в Америке профсоюзы, это в основном, это уже известный факт, я тут ничего не открываю, никакую Америку, это госслужащие. И перед нами вот такая действительно смычка бюрократии, демократов, потому что они сильно повязаны. И так как демократы на сегодняшний день — это левая партия самых разных леворадикальных структур. Вот и имеем то, что имеем. В свое время, по-моему, если я не ошибаюсь, даже FDR говорил о том, что в государственных учреждениях не может существовать профсоюзов. И лидер профсоюзных того времени разделял его это убеждение. Как все поменялось с того момента, и как профсоюз захватил, по сути дела, всех политиков, власть и бюрократию, и в одной упряжке с ними пытается что-то сделать не совсем хорошее. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Алло, здравствуйте. Как известно, еще в середине 30-х годов прошлого столетия Советский Союз через Коминтерн очень сильное влияние имел в Голливуде и вообще на демократическую партию. И, возможно, то же самое произошло и среди учителей, и левой профессуры в университетах. Как вы
есть вот в течение вот этих 80 с лишним лет планы Советского Союза по переустройству Соединенных Штатов достигло своего пика или нет? Вот сегодняшние вот эти погромы, вот и левые вообще уже влияют на всю структуру Соединенных Штатов. И правым не дают даже дышать. Как вы думаете, достигли ли они успеха? Спасибо. Да, спасибо. Ну, какого-то успеха они, к сожалению, достигли. Тем более так получилось, что как раз образование, оно, в общем-то, проскочило. Голливуд все-таки попал под раздачу, пусть и не так, как нам бы хотелось. Гос какие-то структуры тоже сенатом рассматривались. Палата представителей Голливудом занималась, госструктурами, Госдепартамент прежде всего, Сенат. Но да, тем не менее, показателем будут опять же выборы. Потому что если побеждают демократы, то это означает даже не просто победу леворадикальных сил. Это леворадикальные силы, если успеем, мы еще об этом поговорим. Но и то, что избиратели, то есть американское общество, оно, к сожалению, перестало быть американским обществом. Потому что более антиамериканской программы, чем у Байдена и Харрис, ну, трудно себе представить на сегодняшний день. А Трамп, даже его недостатки, даже то, что он мне может не нравиться, но Трамп – это американский президент, прямо скажем. И все, что он делает, так или иначе можно проследить в американской традиции. И если общество его отвергнет и выберет вот эту парочку, то вот тогда все действительно плохо. Я не скажу, что уж полная катастрофа, как говорится, нет полной победы, нет полного поражения, но это будет очень серьезная победа врагов Америки. По моему мнению, так. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Иван, спасибо вам за программу. У меня к вам два вопроса. Первый, как вы считаете, вернее, ваше мнение, поскольку вы постоянно все-таки наблюдаете за всеми обзорами и так далее, что международная политология, кому больше дает предпочтение при всех за и против, что сегодня происходит в мире, Трампу или Байдену, в конечном счете, основная тенденция. И второй вопрос. Известна антиконституционная деятельность Сороса. Почему, на ваш взгляд, все-таки американское правительство и Трамп не дают команду на именно объявить его как бы вне закона соответствующим расследованием и осуждением. Почему это все как бы продолжает игнорироваться? Спасибо. Да, спасибо вам. Но по поводу первого момента. Политологи, они, видите ли, в чем дело, люди зачастую оторваны от реальности. Поэтому к их прогнозам надо относиться... Ну, они все-таки вращаются в академических кругах и так далее и тому подобное. К ним надо относиться с таким скепсисом. И я сам обжегся, когда им сильно доверился в 2016 году. Так вот, сейчас, конечно же, преимущественно дают предпочтение Байдену. Но я считаю, это ничего не значит. Тем более, сами посмотрите, те же самые опросы, они опять меняются. И как только Байден взял Харрис, его популярность стала снижаться. Ну, не только даже в этом дело, но это происходит. Поэтому все еще и за два месяца может поменяться, прогнозов быть не может. Но я еще раз повторяю, сейчас столкновение действительно американская модель и антиамериканская. Для меня так. Большинство политологов, увы, американскую модель перестало воспринимать. И поэтому они зачастую видят в Байдене победителя. Но мы будем надеяться привычно на лучшее. Что касается Сороса, ну, знаете, увы, американское правительство все-таки старается бизнесменов не трогать. Потому что Америка рассчитана на поощрение бизнеса. К сожалению, это играет против Америки, это есть. И все те миллионеры, миллиардеры, которые финансировали и продолжают финансировать, Сорос не первый. Был Хаммер, про которого все знали, что человек, у которого серьезные связи в Кремле, на Лубянке, где угодно. Но Хаммер даже в республиканскую партию там ухитрился втереться,
он везде преуспел. Сорос целенаправленно на демократов работает. Но если будут против них какие-то действия предприниматься, то, к сожалению, это будет восприниматься не как борьба с врагами Америки, а наоборот, как борьба правительства против бизнеса. А американское правило – бизнес прежде всего. Вот, увы, такая получается ситуация, на мой взгляд. Ну, давайте уж, коль скоро вы упомянули и Байдена, и Харрис, поговорим о них. Тут, так сказать, вся медиа пытается создать образ неких центристов, умеренных и так далее. На самом деле, если посмотреть за рекордом голосования, скажем, Харрис, то она является миру как одна из наиболее радикальных сенаторов США. Совершенно верно. Я бы сказал, не одна из, а по данным сайта GovTrack.us, самая левая радикальная, она получается левее Сандерса или рядом с ним по ряду пунктов. И, тем не менее, помните, тоже мы связываемся с прошлой передачей, что вот эта вот дезинформация, в том числе и у нас, кстати, о том, что вот есть плохой Трамп, есть плохие левые радикалы, а сейчас придут умеренные Джо Байден и женщина неопределенного цвета Камала Хэррис, но она, естественно, выдается за черную, и вот все сразу будет хорошо и замечательно. Про Байдена говорили много и будем говорить, что человек пустой, и чем его накачают, то и пойдет наружу. Сейчас его накачивают левым радикализмом, это безусловно. И успехи демократов за справедливость на праймерис, говорили тоже неделю назад, показатель. Что касается Камалы. Ну, с одной стороны, как бы не стоит копаться в чужой личной жизни, но, извините, об этом надо помнить. Что если молодая женщина на правительственной службе делает стремительную карьеру, попадая в разные организации, которые подразумевают ее политический рост, из-за своей слишком тесной дружбы с политиком по имени Уилли Браун, мэром Сан-Франциско, который старше ее черт знает на сколько лет, то вообще-то мы имеем дело с древнейшей профессией и не той, которая называется журналистика. Карьера Камалы Харрис складывалась именно так. Это известный факт, но, естественно, средства массовой информации о нем забыли временно. И вряд ли вспомнят, кстати говоря. Что касается ее деятельности на посту прокурора в Калифорнии, то все мы должны помнить с вами одну важную вещь. Там образовалась такая группа юристов, и она в нее входила, которая ставила своей целью нет, не борьбу с преступностью. Вот Харрис часто вспоминает, что она якобы особую жесткость показывала и так далее. Это когда хотят показать, что она была не такая левая, и что она вот в борьбе с преступностью не была слишком мягка и так далее и тому подобное. Но это как раз, возможно, тот минимум положительный, что в ней есть, наоборот. Проблема в другом, что она была очень озабочена новым преступлением. И угадайте, что это за преступление. Это преступление называется отрицание, но не Холокоста, нет, отрицание глобального потепления. То есть, если бы Харрис и компания добились своего, то в Калифорнии люди, которые говорят, что глобального потепления и изменений климата нет, или что это недоказано и так далее и тому подобное, они бы были преступниками, там, не знаю, штрафы бы платили, а то и до тюрьмы дело бы дошло, что там с Калифорнией возьмешь. Это, простите, ни с какой стороны неумеренный политик. Что мы слышали от Харриса на праймерис, на дебатах и так далее? Ну, во-первых, мы узнали, что человек, который вроде бы представляет правоохранительные органы, считает иммиграционную службу Ку-клукс-кланом. Да, было такое, мы все помним, сравнения такие звучали. Что она озабочена тем, чтобы налогоплательщики, то есть вы, прежде всего, ну, собственно, вы и есть, платили за то, чтобы нелегалы получали доступ к медицине абсолютно свободный. Она стремилась к тому,
чтобы само пересечение границы, оно бы не считалось преступлением. Ну и понятное дело, раз она так не любит иммиграционную службу, то и иммигрантов она должна любить. И когда человек, повторяю, который вообще-то юрист, пусть даже ее юридические способности проверял мистер Браун одному ему известным способом, но когда человек, который юрист и, следовательно, должен проявлять заботу о Конституции, тем не менее заявляет, что вот она даст Конгрессу какое-то время подумать, а потом сама через указы будет ужесточать оружейный контроль, это, в общем и целом, очень нехороший прецедент, потому что это означает, что полное презрение Конституции, это означает, что если, не дай бог, конечно, но не будем такую возможность с вами отрицать, Харрис становится президентом, а если она становится вице-президентом, а в президентах у нас Джо, который, кажется, у него каждый день как последний, то она запросто может стать первым лицом в государстве, то тогда Конгресс, считайте, вообще будет неудел. Ну, если туда опять, не дай бог, попадут демократы, то они будут только рады. А так, даже республиканская оппозиция и надежды, знаю, некоторые такие есть, что вот, ладно, Байден и Харрис, но если республиканцы в Конгрессе большинство, даже в Сенате, то, мол, что-то у нас получится. Нет, Харрис найдет способы обойти Конгресс. А если учесть, что у них с Джо в руках будут еще и назначения в Верховный суд, то сами понимаете, что ее действия, они в обход Конституции, в обход Конгресса, вряд ли кто-то их сможет остановить вообще. Так что ни о какой умеренности речи быть не может. Мы с вами имеем абсолютно левого кандидата в президенты и еще более левую кандидатку в вице-президенты. А при определенном раскладе, который я уже вам обрисовал и который более чем реален, вне зависимости от того, сколько сроков будет Байден, лучше бы, конечно, ни одного, но всегда надо рассматривать все возможности, то вот, пожалуйста, и это Гатфилд, обратите, может, внимание, в своем последнем монологе, он даже подобрал несколько рекламных плакатов, на всех них, что интересно, на первом плане не Джо, а Харрис, а Джо там где-то таким второстепенным каким-то персонажем выглядит. То есть мы получили с вами действительно леворадикальную пару. И, знаете, есть такой хороший очень американский оборот «кенгуру тикет». Он означает, что вице-президент, как задние лапы у кенгуру, сильнее. Ну, я бы не сказал, что Харрис, она является более сильным политиком, чем Байден, хотя Байден, еще раз говорю, человек, у него проблемы со здоровьем, но он в политике давно, он вертеться умеет, этого у него не отнимешь, конечно. Но то, что она числится следующим президентом для демократов, это безусловно, и то, что она так или иначе с симпатией отзывалась о зеленом новом курсе, об инициативах той же самой Кортес, о каком-то совершенно ошеломительном налогообложении в 70% и так далее, все это, в общем, указывает на то, что вот этих самых Кортес, Тлаип и так далее и тому подобное, она и будет представлять в Белом доме. А Байден будет говорить всякие глупости, которые он говорить умеет, и с ее помощью продвигать леворадикальную повестку и дальше. Тогда как, естественно, средства массовой информации будут нам рассказывать о том, что Джо и Камала спасли страну от Трампа и от левых радикалов, но, сами понимаете, ползучий левый радикализм, ползучий социализм, они могут быть гораздо опаснее, чем социализм открытый, которым, по крайней мере, знаешь, как от него отбиваться, как ему сопротивляться. Пусть, увы, в ряде случаев мы этого не видим в современном западном мире. А Байден и Камала, они все это проведут так, что многие даже и не заметят. А когда проснутся, то это будет уже не совсем та страна, о которой мы говорим даже сегодня.
Ну, мне бы очень хотелось, чтобы этого не произошло, конечно же. Но моя задача вас предупредить и сделать такие выводы, исходя из того, что я наблюдаю. И если Сергей добавит, может согласиться или нет, то я с удовольствием передам слово. Я вот думаю обо всем происходящем, пытаюсь понять программу вот этой парочки Байдена и Харрис. Ну, кроме радикальных идей, вложенных в эту программу, рожденных Сандерсом, Окасией Кортес и так далее, там больше ничего нет. Вся, так сказать, что касается платформы Демократической партии, то там появились новые элементы, такие проиранские, антиизраильские, и это никак не служит уроком для американских евреев, что вызывает такую грусть у меня на самом деле. Что касается основного мотива их предвыборной кампании, то она строится на ненависти к президенту Трампу. Я думаю, что, как мне кажется, люди, которые будут голосовать за эту пару, их, так сказать, их мотивацией служит исключительно ненависть к президенту Трампу, потому что они в своих программах откровенно говорят о том, что Байден говорит о том, что необходимо повысить налоги, необходимо закрыть нефтегазодобывающую промышленность и так далее. То есть там программа, которая требует десятки, если не сотни триллионов долларов, которых у нас нет. Уничтожить экономику этой страны – это вот то, что предусматривает их программа. И вот люди, которые за них голосуют, я не понимаю, они действительно считают, что они платят мало налогов, или они платят недостаточно за электрические биллы и хотят платить больше, и хотят платить больше налогов? Нет, ведь, наверное, ни один здравомыслящий человек, потому что, ну, не все же, так сказать, миллиардеры, а у людей там есть достаток, нет достатка, все равно расходы как-то должны контролироваться. Я не понимаю мотивов, вот кроме одного, кроме ненависти, которую на протяжении 4 лет, даже больше, воспитывают в этих людях средства массовой информации. Уж какие методы они не использовали. И, так сказать, расследование Маллера, и заговор верхушки разведсообщества против Трампа. Что только не использовали. И импичмент, основанный ни на чем. То есть удивительная вещь. Удивительно, как люди могут голосовать вот исключительно исходя из своей ненависти к президенту, который достаточно много в истории, скажем, в современной истории, я не назову другого президента, который бы за такой короткий срок смог сделать столько для страны. Удивляюсь, просто удивляюсь, не могу никак понять. Ну да ладно, на самом деле люди, которые руководствуются в своих действиях ненавистью, они навряд ли смогут выиграть. Вот это меня успокаивает. А это значит, что мы имеем шансы переизбрать на второй срок президента и немножко почистить нижнюю палату и сохранить за собой Сенат. Кстати, сегодня в 5 часов вечера в нашем эфире кандидат в нижнюю палату Конгресса США Дженни Айвс. Так что не забудьте, не выключайте приемники, ждите, познакомитесь с кандидатом. Иван, вам огромное спасибо, и, наверное, мы в следующий раз поговорим о де Билли де Блазио и его чудесах в Нью-Йорке. Да, тем более, я знаю, у нас есть слушатели из Нью-Йорка, поэтому к теме обязательно вернемся. Спасибо большое, до встречи. Спасибо вам, до встречи.